Симуляторы бога — это крутой жанр, позволяющий почувствовать себя создателем необычных существ и целой цивилизации. Однако в наши дни он не так уж и массово распространен. А зря, среди них довольно много скрытых алмазов игровой индустрии. Редакция «Игромании» собрала 10 лучших игр в этом необычном жанре. Наливайте себе чай, укутывайтесь в плед, а мы начинаем. Открывает наш топ игра «Спор», в которую наверняка многие играли. Это симулятор, в котором игрок создает жизнь с нуля, развивает и управляет ей, пройдя все этапы эволюции от одноклеточных существ до огромной цивилизации, покоряющей космос и другие планеты. В этом плане «Спор» — уникальная игра. В одном только редакторе персонажей можно заострять на пару-тройку часов, создавая все новые и новые живые организмы. «Спор» часто называют симулятором бога, однако, по сути, она является симулятором эволюции. Но все же развитие направляется вашей рукой, поэтому без промысла никак не обошлось. А еще игру создали разработчики из студии Maxis. Те самые ребята, которые стоят за серией The Sims, поэтому, поверьте, скучно точно не будет. В Skyward Collapse игрок — это бог, который выступает здесь своего рода нянькой. В игре не придется строить цивилизации, тут ваша задача — примирить нордов с греками. Враждующие жители двух поселений спят и видят, как бы поубивать друг друга. Доходит все до того, что богам, которым они поклоняются, приходится за ручки разводить их по разные стороны песочницы, как маленьких детей. Несмотря на классную идею, в игре куча мелких багов и лютый дисбаланс, за что игра не получила высоких оценок, однако удовольствие от процесса при желании вы точно получите. Skyward Collapse идет даже на самых слабеньких компьютерах по сегодняшним меркам. Требуется процессор на частоте 1,6 ГГц и всего 2 ГБ оперативной памяти. В Idle Hands игрок возьмет под свою опеку маленьких мультяшных созданий, которых тут называют ферлингами. По мере прохождения народ развивается, получает все больше и больше ресурсов, а под вашим контролем цивилизация ферлингов и вовсе способна захватить мир. Вы в качестве бога в силах помогать народу улучшать свое поселение, технологии и оружие. При этом у других народов другие боги, которые также стремятся показать, кто здесь главный, и заполучить мировое господство. По мере игрового процесса они также будут ставить вам виртуальные подножки, например, переманивая некоторых ваших людей, насылать на поселение метеориты или вызывать неблагоприятные погодные условия. В серии игр Black and White игрок управляет одним из четырех представленных народов и занимается его развитием. Божество призывает на помощь нуждающимся, и ему нужно решить, по какому пути пойдут его люди — добра или зла. Этот дуализм как раз и является отличительной чертой серии от остальных игр в этом списке. Выбирая добро, вам необходимо проявлять заботу о людях, повышать культурный уровень городов и поддерживать дружественные отношения с другими поселениями. В противном случае придется захватывать новые и новые территории, грабить, убивать, ну и так далее. В общем, как вы уже, наверное, поняли, это действительно качественный симулятор, в котором нет правильного пути, и только вы решаете, каким образом воспитывать свой народ. В Реус игрок выступает в роли одного из четырех титанов, которые создают и охраняют жизнь на планете. Каждому божеству с уникальными способностями подвластна своя стихия. Задача — создать благоприятные условия для развития людей на территории. Титану предстоит создавать степи, горы и другие природные ландшафты, из которых народ получит определенные ресурсы. Люди разбивают лагерь, добывают полезные ископаемые и так далее. В отличие от других игр в подобном жанре, здесь есть заметный минус. Люди практически ничего не делают самостоятельно без вмешательства богов-гигантов. При этом игра радует адаптивной сложностью, которая повышается по мере развития поселения, и со временем вы поймете, что от нее действительно сложно оторваться. Life is Hard — это годный инди-проект, у которого множество положительных отзывов в Steam. У него есть всего несколько элементов, относящихся к жанру симулятора бога. Однако игра обладает множеством плюсов, из-за чего мы и включили ее в нашу подборку. История рассказывает о небольшом поселении, выживающем в опасных условиях.
Вам, одному из шести богов, выбранных жителями, придется распоряжаться ресурсами, отправлять солдат охранять местность от нападений, а также налаживать контакт с дружелюбными соседями. На первый взгляд игра кажется простой с ее двухмерной пиксельной графикой, но не стоит обманываться, в ней очень много моментов, когда от решения зависит дальнейшее благополучие деревни. К примеру, поделиться ли остатками зерна с соседями, кто более полезный участник вашего сообщества и так далее. Heaven and Hell — необычный симулятор бога. Здесь не нужно брать под контроль или опеку персонажей. Тут вам предстоит завоевать доверие людей и обратить их в свою веру. Однако все не так просто. Помимо вас есть и другие боги, которые преследуют те же цели. Единственный доступный ресурс — мана, которую можно потратить на сотворение чуда, что повышает лояльность людей к вашей сущности. С самого начала игры доступна только одна — добрая сущность. Возможность сыграть за злую версию бога вы получите после полного прохождения основной кампании. Критики ругают визуальную составляющую и топорность интерфейса, однако Heaven and Hell вполне подойдет для того, чтобы скоротать пару скучных вечеров фанатам жанра. Во From Dust игрок управляет бестелесной сущностью под названием «Дыхание». Вместе с племенем первобытных людей вы путешествуете в поисках затерянного знания. Действия From Dust разворачиваются на неком архипелаге, где происходят различные стихийные бедствия. Но в ваших силах менять рельеф островов, перенаправлять потоки воды и лавы и тем самым помогать племени избежать гибели и двигаться дальше. Основная сюжетка построена в виде миссии, в которой выполнение промежуточных задач позволяет племени продвигаться, а дыханию — обретать новые силы. Например, способность на время заставить воду затвердеть. При этом периодически на островах происходят стихийные бедствия, которые прогнозируют шаманы и предупреждают о катастрофе. Вам же нужно придумать способ защитить племя манипуляцией рельефом. В общем, игра действительно хороша, и множество положительных отзывов как от критиков, так и от игроков тому подтверждение. В Godus игрок снова становится богом в классическом понимании этого слова и управляет людьми, которых тут называют верующими. У них разные профессии — производители, строители, шахтеры и фермеры. Игра начинается с того, что после кораблекрушения вам нужно помочь мужчине и женщине добраться до острова, где они начнут развивать собственное поселение и производить потомство. Главной особенностью игры можно назвать то, что бог в вашем лице может менять ландшафт по желанию. Сделать вокруг поселения горы или пустить реку. Игрой занимался знаменитый сказочник игровой индустрии Питер Молиньё. Но на нее стоит обратить внимание как минимум из-за любопытных механик и приятного визуального оформления. Серия Dungeon Keeper берет свое начало в далеком 1997 году и вышедшая из-под пера того же Питера Молиньё. Если вкратце, то тут вы выступаете в роли злого властелина и пытаетесь поработить всех и вся. Сюжетная кампания поделена на миссии, переход между которыми осуществляется на карте мира, поделенной на локации. В Dungeon Keeper вам предстоит создать собственное подземелье и уничтожить все силы добра, которые придут помешать вашим планам. Для этого у вас есть огромный бестиарий существ, а также их улучшенные формы. Множество ловушек и заклинания самого Хранителя. Помимо обороны, также будет необходимо идти в прямую атаку не только на силы света, но и на таких же хранителей подземелья, как и вы сами. Советуем к ознакомлению, если никогда не пробовали, а если пробовали, переиграйте еще раз, оно того стоит. Это была десятка игр в жанре симулятора бога. Пропустили вашу любимую игру? Напишите об этом в комментариях и ждите новые подборки. Спасибо за просмотр, увидимся!